Дочь Лилии Варданян в этом году заканчивает школу. Совсем скоро настанет момент итоговой аттестации. Лилия решила поддержать своего ребенка, принять участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Хочется узнать, что чувствуют дети, когда они вот заходят в учебное заведение, когда они готовятся к экзамену, во время экзамена, что они чувствуют. Хочется почувствовать вот это эмоциональное состояние детей. Всегда хотелось, чтобы родители посмотрели, как это все-таки нервно, как-то нервничаешь перед экзаменом. Взрослые люди смогли вновь сесть за парту и почувствовать себя школьниками. На этот раз предметом ЕГЭ для родителей стала базовая математика. Прочувствовать это было очень важно, сравнить экзамен в свое время и как проходит он на данный момент. Правила участия в акции такие же, как и на едином государственном экзамене. И почувствовать настоящую атмосферу итоговой аттестации родители смогли в полной мере. Прежде чем приступить к заданию, каждый участник акции должен ознакомиться с правилами проведения ЕГЭ. Кроме того, все родители проходят через металлодетектор, а с собой в аудиторию можно взять только паспорт, и тот без обложки, так что шпаргалки пронести не получится. С каждым годом желающих поддержать выпускников становится все больше. К акции, которая состоялась уже в 8-й раз, присоединилось 21 образовательное учреждение Щелково. На экзамен явились более 500 человек. Это не только родители, но и сами школьники, а также педагоги. Центральной площадкой городского округа вновь стала школа номер 4 имени Климука. Сдача ЕГЭ детьми, она волнует родителей. Это все-таки будущее их ребенка, это его образование. И как проходит данная процедура, волнительно не только для ребенка, но и волнительно для и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и так далее. И вот для того, чтобы снять вот эту напряженность и беспокойство, как раз и принимают участие родители в этой акции. После выполнения заданий родители школьников обсудили интересующие их вопросы с сотрудниками администрации округа, комитета по образованию и руководством Щелковской школы номер 4. Дмитрий Сергеевич, я хотела бы задать такой вопрос вам. Вы сегодня стали участником вот этой всероссийской акции сдачи ЕГЭ родителями. И какое ваше мнение? Как вы считаете, родители помогут теперь своим детям снять напряжение и боязнь во время сдачи ЕГЭ? Я думаю, что помогут морально и психологически, потому что не все родители знают, что такое ЕГЭ. Да, мы это знаем только из телевидения, знаем от учителей школ. Слышим об этом на родительском собрании. Сегодня нашим родителям, да и нам самим удалось посмотреть, как это выглядит, пусть вкратце. Мы хотя бы поняли, как, по какому принципу это работает. Очень здорово, что родители могут сами, да, все это для себя прочувствовать. Спасибо большое за замечательные информации. В этот день экзамены состоялись в различных уголках Подмосковья. И родители школьников смогли понять, что такое ЕГЭ, как сегодня проходит итоговая аттестация. Результаты экзамена будут известны через несколько недель. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.